У родным Хойніцкім районе на суботнику працевал наместник керовника администрации президента Беларуси Владимир Жауняк. Разом с помощником президента, инспектором по Гомельской области Юрием Шулейком и наместником старшиня облвыканкама Владимиром Приваловым. Он занимался посадкой лесу побач с райцентром. За ходом работ назирал Дмитрий Котов. Гэты лес находится недалеко от райцентра, побач с автодорогой Хойніки-Брагін. Менавіта сюды приехал на суботник наместник керовника администрации президента Беларуси Владимир Жауняк. Задача стоит вельми отказная. Частка территории летась была пошкоджена караедом. У снежни Хойніцьким лясгасом древы, якія раней находились на этой территории, были зрублены. А каб обновить их, сегодня на площади амаль у пау гектара будет высажено каля 5000 саджанцев. Заховуючи лес, одну из главных каштовностей нашей страны, мы заховываем будущим. Удельники субботника, а это, кроме представников улады и депутатов палаты представников, так само активисты громадских организаций активно взялись за працу. Каждый уверен, что уносит свой, нехай невеликий, але значный уклад. Наместник керовника администрации президента Беларуси Владимир Жауняк означает, что на своей малой родиме им кнется бывать як мага частей, а працевать народной земли удвоя больше приемно. Это просто рад. Я скажу вам честно, поскольку понимаешь, что ты посадил то дерево, которым будут наслаждаться другие даже поколения, поскольку оно растет не год и не два, и не одно десятилетие. Это здорово. И если каждый так в стране посадит хотя бы из десяток деревьев, а может быть хотя бы одно, наверное, это будет здорово. И просто замечательно, и мы будем радоваться тому, дышать хорошим, чистым белорусским воздухом. До субботника мясовые жихары долучились вельми активно. Приводили у парадок фасады будинков, мемориальные комплексы и объекты культурной спадщины. Праца кипите у сквера энергетика у центре города. Тут 26 красовика отбудется урочистое открытие помника ликвидаторам Чернобыльской аварии. Вот сегодня субботник у нас. Мы выехали смонтировать декоративную подсветку памятника. Она будет выполнена сегодня и испытана на освещенность. Республиканский субботник – это еще и махчимость, дякуючи собранным сродкам, робить добрые справы на корысть всей краины. Это день, який объединяет людей и необыяковых до лесу своей родимы. Основная задача, которую мы преследовали и преследуем на сегодняшний день руководство области, это приобщение человека, человека труда к именно к наведению порядка на той территории, где он проживает. Чтобы и молодежь, и взрослое население понимали ту ответственность за малую, большую родину и за ту территорию, где они живут. Чтобы нам было не стыдно смотреть друг другу в глаза, идя по улицам, находясь в лесу. И действительно, каждый человек должен в этот день приложить максимум усилий для наведения этого порядка и чистоты. Дмитрий Котов, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Хойніцкий район.